Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Республика» в студии Галина Титарчук. 50% выпускников трудоустраиваются после окончания учебного заведения. 16 готовы продолжить обучение. Более 10 идут служить в армию. Такие данные привел сегодня на еженедельном совещании главы Чувашии министр образования и молодежной политики Владимир Иванов. Проблема с трудоустройством вчерашних студентов стала одной из тем разговора в Доме правительства. В 2013 году в Чувашии подготовлено более 17 тысяч специалистов. Цифра такая же, как и в прошлом году. 13 тысяч из них – выпускники вузов. Ежегодно составляется прогноз о потребностях рынка труда. Но, несмотря на это, есть несоответствие между потребностями и предложением со стороны образовательных учреждений. Наибольший риск остаться без работы ожидается для выпускников СУЗов по таким специальностям, как экономика управления 28,8%, информатика и вычислительная техника 20,2%. По укрупненным специальностям экономика управления риск нетрудоустроиться сегодня имеет более 45% выпускников. По гуманитарным наукам 18%, по транспортным средствам более 9%. Практически в каждом вузе и техникуме работают центры по трудоустройству, которые помогают выпускникам определиться с будущим местом работы. Студент или подросток, закончив высшее учебное заведение, получив диплом о высшем образовании, не может трудоустроиться, потом же начинаются у него процессы недовольства, что выучились, закончили учреждения государственные, частные и в итоге не могут трудоустроиться. Это начинается потом социальная напряженность. Служба занятости регулярно проводит ярмарки вакансий. Одна из мер борьбы с безработицей – переобучение. Ежегодно около 30 выпускников получают новую специальность. Переобучение по специальности экономика управления на бюджет. Какую стоимость выливается? Средняя стоимость обучения где-то в пределах 10 тысяч рублей. 10 тысяч рублей? Да. В течение 6, что-то мало называете. Значит, средняя стоимость по программистам, естественно, больше. Там средняя стоимость около 20 тысяч рублей. Одно дело, мы ошибаемся, да? Другое дело, сегодня власть принимает меры для того, чтобы переобучить и трудоустроить. Но это расходы на бюджет ложатся. Тем самым мы должны говорить, а стоит ли это вообще делать? Если правильный выбор профессии, выпускник трудоустраивается, и других расходов по расходной части бюджета не будет. Надо отметить, что в Чувашии несколько лет назад сделали акцент на подготовку технических специалистов за счет сокращения мест на экономических и гуманитарных факультетах. По словам Владимира Иванова, эффект от этого пока не ощущается. Результат будет очевиден только спустя 2-3 года. Технически грамотные и образованные специалисты нужны и армии. В этом году из столицы республики из 552 человек, призванных на службу, почти половина с высшим образованием. Здоровье призывников – тоже проблемная тема. Были признаны годными к военной службе 33,4%. Признаны годными к военной службе с незначительными ограничениями 34,7%. Ограничено годными 25,3%. Временно негодными 4,6%. И негодными к военной службе 2%. Всего весной из Чувашии были призваны 2069 человек. В следственные органы были направлены материалы на 13 уклонистов. К ответственности были привлечены 132 призывника. Военный комиссар Александр Макрушин рассказал, что в 2014 году начнется капитальный ремонт республиканского сборного пункта в Канаше. Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, Республика. Сегодня же Кабинет министров Чувашии одобрил первую в этом году корректировку республиканского бюджета на 2013 и на плановый период до 2015-го. Республиканскую казну предложено увеличить более чем на 3 миллиарда 880 миллионов рублей. Именно столько получает Чувашия в виде безвозмездных поступлений с федерального бюджета. Примерно треть этой суммы, 1 119 миллионов рублей, пойдет на развитие социально-инженерной инфраструктуры. В том числе наибольшие суммы это на строительство и капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений 614,6 миллионов, в том числе распределение совместно с Министерством образования произвели на строительство и реконструкцию 516,2 и на капитальный ремонт 98,4 миллиона. На строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры в рамках федеральной целевой программы «Чистая вода» 207,1 миллиона. На приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов 193,5 миллионов рублей.
Также дополнительно из федерального бюджета предусмотрены средства на социальную защиту малообеспеченных слоев населения, на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в сумме 289,5 миллионов рублей. Существенные вливания ожидаются и в агропромышленный комплекс. 914 миллионов рублей – господдержка из федерального бюджета. Плюс к этому 236 миллионов – дополнительные средства по линии Минсельхоза. Во всяком случае, такая информация опубликована на сайте ведомства. Из фонда содействия реформе жилищно-коммунального хозяйства ожидается свыше 900 миллионов рублей. На мероприятия по капитальным ремонтам многоквартирных домов 66,8 миллионов и на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 868,3 миллиона рублей. Соответственно, указанные безвозмездные поступления в расходной части республиканского бюджета предусмотрены согласно их целевому назначению. Еще 213 миллионов рублей будет направлено на улучшение жилищных условий молодых семей и граждан, проживающих в сельской местности. В целом, с учетом всех изменений, бюджет Чувашии 2013 выглядит так. Доходы 34 миллиарда 820 миллионов рублей. Рост по сравнению с началом года 16%. По расходам чуть более 39 миллиардов рублей. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика. Во ФСИН России по Чувашии сегодня говорили о том, что удалось сделать его сотрудникам в первом полугодии. На заседании коллегии побывала и наша съемочная группа. Обеспечение порядка в местах лишения свободы, организация воспитательной программы – это приоритетные задачи для службы исполнения наказания. Отчет коллегии УФСИН показал, что работа проходит успешно, но стремиться есть еще к чему. Выросло количество осужденных, которые нарушают установленный порядок отбывания наказания. Основной причиной роста нарушений является смена так называемого спецконтингента. В настоящее время более 40% преступивших закон отбывают наказание за особо тяжкие преступления. За попытку доставки запрещенных предметов в исправительные учреждения были задержаны 73 человека. 52 из них привлекли к административной ответственности. Вместе с тем проводится и воспитательная работа с осужденными. Она включает в себя и психологическую поддержку, и помощь в трудоустройстве уже после отбывания наказания. Во всех исправительных учреждениях Управления Федеральной службы исполнения наказаний установлены информационные терминалы для информирования осужденных о вакансиях на рынке труда. Функционирует система социальных лифтов. На заседаниях комиссии по системе социальных лифтов рассмотрены 3234 личных дела осужденных. Уполномоченный по правам человека в Чувашии Юрий Кручинин вместе с членами общественной наблюдательной комиссии регулярно выезжает в колонии СИЗО Республики. Обычно в течение года проводится более 20 проверок исправительных учреждений УФСИН. Члены наблюдательной комиссии отмечают значительные изменения. Последние вот полтора года то, что сделал вот УФСИН, например, по улучшению содержания осужденных, это очень хорошо. Состояние самих учреждений, наверное, это да, это стоит отметить. Как было первой колонии, это условия строгого содержания. Выйти оттуда без слез практически невозможно было. Там и плесень, и такие полностью выбитые окна, зимнее время, занавешенные одеялами. А сегодня по-белому заправлено, аккуратно смотреть на осужденных. В докладе об итогах деятельности УФСИН Республики были отмечены не только достигнутые результаты, но и обозначены вопросы, которые придется решать во втором полугодии этого года. Кроме этого, ряду сотрудников были вручены ведомственные награды. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Республика. По подозрению в мошенничестве арестован генеральный директор «Чувашавтодор» Александр Волков. Такое решение вынес суд по ходатайству следствия. Александр Волков задержан и помещен в следственный изолятор. Об этом сообщает информагентство «Регнум» со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики. Директор компании обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере. По данным следователей, Александр Волков похитил более 43 миллионов рублей, выделенных на ремонт и реконструкцию федеральной трассы М7. Уголовное дело в отношении руководителя компании было возбуждено в апреле этого года. На предприятии прошли обыски, следователи изъяли финансово-хозяйственную документацию. А в ходе расследования было выявлено 3 эпизода. Другое уголовное дело уже в отношении бывшего председателя совета директоров «Промтрактор Вагон» Семена Млодика направлено в Калининский районный суд Чебоксар. Расследование завершено, обвинительное заключение утверждено.
Дело в чем-то беспрецедентное для Чувашии. Под обвинение попал крупный топ-менеджер, бывший депутат Госсовета Республики прошлого созыва, заместитель генерального директора Уралвагонзавода. Свыше 18 томов уголовного дела, еще 10 томов бухгалтерских документов, более 50 опрошенных свидетелей, плюс следственные действия на территории 7 регионов. Млодик обвиняется в нарушении двух статей Уголовного кодекса, а именно в мошенничестве с использованием служебного положения и легализации денежных средств. По версии следствия, в 2006 году бывший председатель совета директоров «Промтрактор-вагон» вместе с также бывшим гендиректором компании «РЖДС регион» Светланой Романовой вывели из предприятия «Промтрактор-вагон» через фирму-посредника имущество на сумму 273 миллиона рублей, совершив заведомо невыгодные сделки. А впоследствии легализовали эти средства через подконтрольную фирму. В этой схеме участвовало множество коммерческих фирм и все они производились лишь по указанию Млодика, но никаких документов им не подписывалось, по сути. О криминальном характере таких сделок свидетельствует еще и тот факт, что все они, значит, проводились через один из коммерческих банков, расположенных в городе Москве, руководители которого были знакомыми Млодика. Семен Млодик ранее был задержан и арестован, потом выпущен под залог в 20 миллионов рублей. По ходатайству следователя судом был наложен арест на 1/2 доли как в пятикомнатной квартире в Москве, так и в жилом доме в Московской области, а также на 2 машины иномарки. Семен Млодик свою вину не признает. Что касается Романовой, материалы уголовного дела в отношении обвиняемой выделены в отдельное производство, а сама она объявлена в международный розыск. В отношении ее заочно избрано меры пресечения в виде заключения под стражу. Ей также предъявлено обвинение заочно в совершении указанных преступлений. Также наложен арест на ее имущество. Это половину ее доли в квартире и ее автомобиль Volkswagen. На настоящий момент у следствия имеются сведения о том, что она находится за пределами Российской Федерации, предположительно на территории Республики Киев. Между тем, Следственное управление Следственного комитета России по Чувашии сообщает о привлечении к административной ответственности 3 чиновников Министерства образования. Заместитель министра, начальник и сотрудник одного из отделов наказаны по результатам служебной проверки. Так отозвались действия вожатых в лагере «Золотой колос». Кроме того, для устранения выявленных нарушений организованы краткосрочные обучающие семинары для вожатых и психологическое тестирование. Помимо этого, одному из подведомственных министерств учреждений будут переданы функции координации по подготовке педагогических работников для работы в рамках оздоровительной кампании, а также организации контроля за качеством работы вожатых. Столичные коммунальщики готовят сани к предстоящей зиме. В городе ремонтируют котельные и меняют старые трубы. Во всеоружии управляющие компании планируют встретить даже лютые морозы. Чтобы техника не отказала после перехода через ноль на прочность, ее испытывают летом. Эту работу в Чувашской администрации взяли на контроль. Сегодня специалисты побывали с инспекцией на уже подготовленных к зиме объектах. После проведенного ремонта моторы и насосы работают как часы. Эта котельная по улице энтузиастов отапливать квартиры горожан готова хоть сегодня. На протяжении 8 лет менять оборудование здесь не приходилось. Немецкая техника испытана в самых суровых условиях. В этом году в ее модернизацию вложили около 200 тысяч рублей. Сумма не такая большая. Но чтобы привести хозяйство в порядок, этих денег хватило. Было заменено порядка 20 единиц запорной арматуры, отревизировано порядка 30 единиц запорной арматуры. Насосное оборудование приведено в порядок. Ну и, как видите, покраска, так сказать, вид создали. Но не все так идеально. Сейчас котельные требуются новые котлы. Когда температура переваливает за 30 градусов, в квартирах не хватает тепла. Полностью готовы к работе более 30 объектов. Зима обнажила и проблемные участки столичных теплотрасс. Необходимо заменить 9 километров. У нас по предприятию тепловых сетях выделено 7,6 миллионов. Но... И это будет согласно тарифу, который выделен на 100% освоено к концу года. Денег этого не хватает, соответственно, мы запрашиваем, который тариф закладывается побольше. Но в связи с тем, что
правительством принято решение о удержании тарифа, у нас только выделено 9 километров. Проблема участки, как всегда, у нас остается, это вода и транзитные трубопроводы, которые проходят в жилых домах. Работа идет по плану и без боев. Котельные и теплотрассы к работе будут готовы уже осенью. На прочность их испытают морозы. Это зимой на объектах ЖКХ столицы серьезных аварий не случалось. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Выгул собак запрещен. Такие знаки стали появляться в чебоксарских дворах, парках и скверах. Их установили у Национальной библиотеки, в сквере на Максима Горького, в Парке Победы, во дворах в северо-западном районе. И хотя, как говорится, человек собаке друг, дружба дружбой, а прогулки отдельно. И где? Во дворе нельзя? Здесь нельзя? Там нельзя вертолет свой заказывать? Я вот вывела, провела ее и все. Мы ходим вот аллейками, по газончикам там пройдемся. А где нам еще гулять-то? Вот сами подумайте, вот мы живем в центре. Больших собак здесь не гуляют. В основном такие собачки безобидные. Дети к ним бегут, они детей не трогают. Поэтому проблем-то у нас еще не было, но вот знаки поставили, я не знаю, кому это надо. Только от жизни собачьей собака бывает кусачей. Владельцы животных вынуждены нарушать правила, просто потому что не знают, а где же все-таки можно выгуливать своих четвероногих друзей. Похоже, на этот вопрос не могут ответить и те, по чьей инициативе были установлены знаки, запрещающие выгул собак. В последнее время участились жалобы горожан по поводу того, что производится выгул собак с нарушением требований, то есть без намордников. Вот. И многие горожане, особенно когда гуляют с детьми, они боятся за безопасность, за свою безопасность, безопасность своих детей. Поэтому мы вынуждены были отреагировать на эти жалобы и установить данные знаки в местах скопления людей. Близко к тем местам, где вы установили эти знаки, рядом где-то есть места, специально отведенные для выгула собак? Ну, специальных мест, наверное, нет. Алина Баранова и Марина Иванова убирают сквер у Национальной библиотеки уже 13 лет. За все это время от выгула собак трудностей они не испытывали. Их больше беспокоят нетрезвые товарищи, от которых проблем куда больше, чем от четвероногих друзей. Тут мелкие собаки в основном. Ну вот как кошки. Гуляли и гуляли собаки, и ничего такого, никаких трудностей. Есть у нас здесь люди, которые скамейки таскают с места на место и там же оставляют мусор после себя. Кроме того, что эти люди засоряют парк, на них еще и смотрят дети. Картина не из приятнейших. И какой же тогда нужно установить знак для них, неизвестно. А следить за исполнением порядка по выгулу собак должны правоохранительные органы. И штрафовать нарушителей, то есть владельцев собак. Безусловно, парки, скверы и детские площадки – это не место для выгула четвероногих друзей. Безопасность детей, какая бы ни была собака, прежде всего. Да и на минные поля натыкаться не очень приятно. Не все наши горожане приучены убирать за своими питомцами. Но пока нашей съемочной группе удалось найти только одно место для прогулок с братьями нашими меньшими – в северо-западном районе города. Возможно, с появлением знаков, запрещающих выгул собак, появится и больше специально отведенных для этого площадок. Татьяна Трофимова, Николай Яковлев, Республика. К новостям спорта. Еще две медали завоевали чувашские спортсмены в составе сборной России на Универсиаде. Екатерина Краснова в вольной борьбе взяла бронзу. Как призналась сама спортсменка, она недовольна результатом. Ей не хватило сил на встречу с соперницей из Монголии. В составе женской сборной России Антонина Савельева завоевала бронзовую медаль в командном турнире. В полуфинале россиянки проиграли сборной Японии. В смешанном парном разряде Антонина выступала с Александром Шибаевым. Наши спортсмены разделили бронзу с китайскими теннисистами. В Шумерле прошел турнир по пляжному футболу «Сурские пески-2013». Специально к этому моменту был организован визит в Чувашию членов сборной России, тренеров и чемпионов мира по пляжному футболу. Они встретились с министром спорта Сергеем Мельниковым и обсудили возможные перспективы развития пляжного футбола в Чувашии, а также рассказали о своих впечатлениях журналистам. Несмотря на напряженный график, Михаил Лихачев и Дмитрий Горин нашли несколько дней для визита. За их плечами игры с самыми сильными командами мира и самые яркие победы. А впереди напряженные тренировки перед чемпионатом мира по пляжному футболу, который пройдет этой осенью в Таити. Мы действующий чемпион мира, да, хотелось бы нам максимально хорошо выступить и еще раз порадовать наших болельщиков, но в глобальном смысле, говоря о мечте, конечно, хотелось бы
попасть в олимпийскую семью, стать олимпийским видом спорта. Первый шаг к этому уже сделан. В 2015 году в Баку пройдут первые Олимпийские игры Европы, где будет представлен пляжный футбол, и у команды России есть все шансы стать участниками этого масштабного мероприятия. Когда и где точно зародился пляжный футбол, еще неизвестно, но Бразилию считают одной из ее основательниц. Отличие от традиционного футбола в количестве игроков, размеров поля и вязком песке, которые требуют от футболистов применять сложные технические приемы. Этот зрелищный вид спорта уже завоевал сердца многих болельщиков. Эмоционально непредсказуемо, все очень динамично меняется по ходу матча. Много голевых моментов, много голов, все это очень ярко. Бой зрителей. Вы были в Самаре сейчас недавно, да, вот прошел. Огромный интерес со стороны болельщиков. Полные трибуны, полные. Проходит прям, стадион стоит прямо на пляже. Люди отдыхают, скупают, загораются, вдруг тут идет футбол, все красиво, музыка играет. Они постоянно раз, пошли, позагорали, пришли на стадион, посмотрели, там, покричали, поболели, опять раз, пошли, опять загорать дальше. На турнире в Шумерле гости играли за дружину Москвы. В итоге команда из столицы России заняла 3-е место. После турнира гости заявили, что Чувашия имеет все шансы стать центром развития пляжного футбола. Татьяна Филатова, Николай Яковлев, Республика. Всевозможные опции и улучшенная комплектация, другими словами, полный фарш. Под этим слоганом будет продаваться второе поколение российского бестселлера «Лада Калина». Оценить новинку российского автопрома можно было на презентации, которую устроил для жителей республики дилерский центр «Лада» «Диалавто». Репортаж о презентации смотрите далее. Я с вами прощаюсь. До завтра. Предыдущее поколение автомобилей «Лада Калина» продержалось на конвейере 9 лет. И вот результат рестайлинга – новая «Калина». Так называемые реальные машины для реальной жизни преобразились. Новое поколение автомобилей «Лада Калина» – это актуальный дизайн, современный интерьер, высокий комфорт и новый уровень безопасности. Впрочем, обо всем по порядку. Пожалуй, первое, что отметили посетители – усовершенствованный внешний вид. Машины выглядят больше и дороже. Представлен автомобиль в двух видах кузова. Удобный для города хэтчбэк и многофункциональный универсал. А также в трех комплектациях – стандарт, норма и люкс. Отделочные материалы салона стали более качественными, а погоду создает климатическая система. Центральная консоль дополнена приятными мелочами. Ну а что жители холодной России точно оценят, так это подогрев сидений и лобового стекла. Однако, пожалуй, главное новшество скрыто под капотом. Изюминкой этого автомобиля будет у нас, значит, 106-сильный силовой агрегат, мотор, который очень резвый в городе, очень экономичный, и автолюбителям в дальнейшем очень понравится этот двигатель. «Лада Калина» второго поколения будет оснащена автоматической коробкой передач, которая будет устанавливаться на двигателе 98 лошадиных сил, 1.6, 16-клапанный, это 21-126, марка мотора. Кстати, опробовать преобразившуюся «Калину» можно было на деле. Желающих пригласили на тест-драйв. Сейчас проверим подвеску. Ну, в принципе, довольно мягко. От количества желающих увидеть новинку в просторном салоне «Диалавто» было тесно. Впрочем, заглянуть сюда стоит не только тем, кому приглянулась новая «Лада Калина». У нас с 8 июля по 31 июля на автомобиле «Лада Калина» первого семейства предоставляется скидка в размере 30 тысяч рублей. Также до 31 июля по программе «Лада Финанс» у нас на автомобиле «Лада Гранта» с автоматической коробкой передач предоставляется скидка до 7,5% от стоимости автомобиля. До 31 августа при покупке автомобиля «Лада Приора» предоставляется подарок счастливому обладателю в виде навигационной системы. Также до конца года можно приобрести автомобиль «Лада Самара» со скидкой 25 тысяч рублей. Другими словами, «Диалавто» есть чем порадовать посетителей, но стоит поторопиться, количество автомобилей ограничено.